Если б я имел коня, он, наверное, помер. Ну а вы чего ожидали? Я ж лось. У меня балда такая. Ой, совершенно забыл, что мы тут готовим. Тогда сделаем куриные сердечки за полчаса. Слишком сложно, чтобы быть правдой. Ой, прав был Копатыч, что ты чувырла необразованная. Для начала нарежем лук и обжарим его на масле в течение 2 минут. Потом нарежем 10 грамм чеснока и закинем туда же. Этого нельзя так оставлять. Я должна оставить свой след. Свинка моя, на колбасу еще не пущенная. Свой след вы оставите в следующем рецепте. 500 грамм куриных сердечек закидываем в сковороду и добавляем 1/3 молотого перца, столько же кориандра и чайную ложку соли. Теперь зальем 100 мл воды и под крышкой потомим 20 минут на слабом огне. Остается добавить 5 грамм мелко нарезанной кинзы и 30 грамм сливочного масла. Потомить еще буквально 5-7 минут и можно подавать на стол.